А начнем мы со специального предложения только сегодняшнего дня. Видишь, Светочка, обжигающая цена красного цвета. Это говорит о том, что это самая низкая цена в мире на брендовые брюки. Но я хочу сказать, что эти брюки меня покорили прежде всего своим комфортом. И говоря уже о том, что практически скоро середина декабря и погода нас не радует, мы подарили вместе с брендом Greenlight женщинам тепло и стройность. Давайте посмотрим сейчас и новая коллекция бренда Greenlight открывают брюки Грация. Начну с того, что бренд Greenlight начали как компания по производству пошива брюк. Поэтому лекала этого бренда всегда отличаются от многих российских дизайнеров. Сегодня мы ожидаем в гости представителя конструктора этого бренда, который расскажет о всех секретах. Ну а пока 4 цвета на выбор. Горький шоколад, мокка называется в заказе, ждет тех, кто любит сладкое. Также у нас есть мой любимый теперь темно-синий. Когда мне муж стал говорить, что-то много у тебя черного, я перешла на темно-синий. Но на самом деле цвет миллионеров очень радует наших женщин сходством с универсальным черным цветом. Но без него никуда. Сегодня дизайнеры делают акцент на классическом черном цвете. Его преимущество в том, что вы всегда можете надеть любой яркий принт, вообще любой принт, любую яркую одежду, и при этом будете смотреться эффектно. Угадайте, какой цвет выбрала я. Какой? Оттенок баклажан. Обратите внимание, дорогие мои модницы, я чувствую себя превосходно. А сейчас, внимание, вы видите, что размерный ряд у нас до 66-го, 68-й, присоединяйтесь. Это брюки слегка большемерят, поэтому я ношу 52-й, а надеваю брюки 50-го. Ух, здорово! Слушай, я люблю, когда широкая размерная линейка представлена на нашем телеканале. В преддверии Нового года подарите себе новые стильные, теплые брюки по сниженной цене. 1000 рублей вы сегодня экономите. И только один час. Нет, сейчас мы предлагаем вам бренд Greenlight. И каждый час у нас уникален. Не пропустите. Весь день мы будем радовать вас комфортной и стильной одеждой. Ну а сейчас я предлагаю обратить внимание на стилистическое направление. Такие брюки классического кроя мы сочетаем с удлиненными туниками. Посмотрите, брюки Грации отлично смотрятся с праздником. Праздничной блузой Тея, которая появится в нашей программе немного позднее. Анастасия показывает вам невероятную эластичность. Напоминаю, выбираем на размер меньше. Те женщины, у кого узкие бедра, для обладательниц широких форм, те женщины, которые хотят и мечтают постройнеть, вы тоже можете выбрать на размер меньше, и вы сами увидите этот эффект. На Татьяне мы видим стильную тунику в яркий горох полька-дот. Это туника Бруно, которая появится в середине нашего эфира, и мы хотим вам доказать, что брюки Грация – это отличный вариант не только для повседневной жизни, но и для праздников. Ты знаешь, когда я для себя выбираю зимой брюки, они должны быть особенными, они должны быть тепленькими и в то же время натянуться на меня. Ну, это прекрасно. Об эффектах стройности я предлагаю чуть-чуть поговорить позднее, Олечка. У нас эластичная посадка, очень комфортная. Но то, с чего мы начали – брюки защищают нас от морозов. Я знаю миллионы женщин, которые мечтают о таких брюках, чтобы не надевать вниз шерстяные и толстые колготы. Ты помнишь этот эффект? Слушай, неприятно, я помню, жарко. Особенно в школе, знаешь, когда я не могла слушать учителей, я только думала о том, что у меня чешутся от шерстяных колготок ноги. Смотри, здесь я хочу рассказать о секретах флиса. Вы видите эти ворсинки? Эти нежнейшие мягкие ворсинки сравнивают сегодня с волокнами шерсти. На самом деле флис обладает невероятным тепловым эффектом. Он очень мягкий, он очень нежный. Представьте, вы можете надеть эти брючки на голые ножки. Наденьте просто хлопковые носки, и все. И вы почувствуете его защиту. Но, когда я сказала, что наши брюки защитят вас от морозов, я еще сказала, что вы сохраните стройность. Давайте перейдем сейчас к самому главному эффекту стройности. Слушай, ну когда мы говорим о теплых брюках, о флисе, мне сразу кажется, что мы будем прям такими колобками выползать на улицу. Ну, какая тут стройность? Ну, зато тепло, Свет, ладно. Нет, давай скажем нашим женщинам, что это было в прошлом. Флис на самом деле сравнивают по тепловому эффекту с шерстью, а по тонкости с шелком. Вот почему, надевая из плотной трикотажно-вискозной ткани с внутренней флисовой отделкой брюки Грация, высокая посадка, эластичная лента, вы невероятно стройнеете. Поэтому прямо сейчас обратите внимание на нашу Екатерину. Наша Катя по
постройнела и очень эффектно выглядит. Обратите внимание, мы сейчас подойдем к самому главному моменту – эффекту стройности. Итак, и я, и Екатерина, и Анастасия, и Татьяна – у нас у всех разные фигуры. Но в чем секрет бренда Greenlight? Эта модель идеально подстраивается под наши бедра. И я хочу вам сказать, что у нас здесь еще есть место. Это та модель, которая подтягивает наши формы, и это та модель, которая позволяет женщинам их сохранить. Посмотрите, я уже не раз говорила о том, что я не занимаюсь физкультурой, но в этих брюках у меня подтянутые формы. Каждая женщина мечтает выбирать такую модель, в которой она выглядит стройной. Я сейчас хочу, чтобы мы посмотрели на посадку. Здесь высокая посадка. Посмотрите, это еще не предел. Наша линия закрывает зону пупка. Обратите внимание сейчас на то, что эта линия и высокая посадка, и широкий эластичный кант, они убирают ваши секреты в зоне животика. У Кати появилась талия, идеальная фигура, песочные часы. Вот так, друзья, а у вас есть брюки теплые, которые выдержат минус 30 градусов с эффектом стройности? Если нет, именно сегодня дозвонитесь к нам на телеканал Shop & Show и приобретите не просто брюки, а брендовые брюки от бренда Greenlight. Только на телеканале Shop & Show. Это эксклюзив и только сегодня с максимальной скидкой для вас. Набирайте номер телефона, сделайте себе новогодний подарок. Теплые брючки, в которых вы точно не замерзнете. Когда будем с вами идти на салют, никаких колготок поддевать теперь не будем. Светочка, вот меня интересует вот эта высокая посадка, про которую ты только сейчас начала говорить. Скажи, пожалуйста, нужно ли будет расстегивать пуговичку, если мы поправимся? Нет, конечно, никаких пуговичек, потому что здесь высокая посадка, и мы надеваем эти брюки и фиксируем их на эластичной ленте. Здесь нет никаких молний, здесь нет никаких пуговиц. И я считаю, что это достоинство этих брюк. Я еще раз хочу напомнить вам расцветки. Все четыре цвета на подиуме. На Екатерине 54 размер, брюки Грация, оттенок Мокко. Катерина сочетает этот цвет с красивым цветом блузы серебро. Блуза называется Тея. Я выбрала готовый комплект. Этот оттенок называется Баклажан. Я ношу 52-й, на мне брюки 50-го. Отличная посадка, остается еще место. Поэтому 68-й, присоединяйтесь. Если честно, я бы даже 70-й пригласила, потому что совсем скоро я покажу вам, на что способны эти брюки. На Тане черный цвет, это мой цвет, оттенок баклажан. Мы видим, что мы можем носить эти брюки и с каблуками, и без. На Татьяне черный цвет, на Анастасии темно-синий. 1999 рублей. Не просто брюки, а брюки утепленные с флисом, которые согреют вас даже в минус 30 градусов. Набирайте номер телефона, стройнейте, и пусть вам будет тепло и хорошо.